Усім привіт! Сьогодні буде поїздка на автобусі ЛАЗ-А292, маршрут 44, бортовий номер 4606. Ось наш красавець-красуня під'їжджає до зупинки, і ми будемо в нього сідати. Поїхали! Шановні пасажири, будь ласка, тримайтеся за поручні під час. До Пірова їдемо? Так. Ти завалідірував? Так, завалідірував. Молодець. Пацани, ви завалідірували? Ні. Завалідіруйте, щоб контролюри не сіли. Ні разу не знімав 44. А вони де? А вони де? Здорово. Кстати, этот дом тоже интересный, вот этот. Вот. Конц. Кон. А, Конц? Похоже, есть в Виноградаре, на Виноградаре. Снял руки. Ну, это более старый, более ранний версия АППС. Это просто АППС, уже не АППС люкс. Ага. А вот это ГТ-16 важный. Вот это? Да. Ага. На поздняках таких очень много. Да. Я, кстати, заранее очистил корзину для того, чтобы заснять поездку еще и Белой Церкви. Ладно, едьте на авторынок тогда, на Перово, едьте на авторынок. Короче, встречаемся на авторынке, они едут к нам на авторынок. Так что едем на авторынок. А это где? Это на Перово. А. Я скажу, хотел вот эти, пацаны, едем до авторынка. И после того, как мы проедем мост, мы уже будем выходить. Он смеет ставить ультиматум, чтобы я перешел на Утранс. Не, Утранс равно. Согласен. Как бы я как будто зарегистрировал на Саш, лучше на Трансфото. Саш, я Утранс. Будь аккуратен. Лучше перейти сюда, на мое место. А, это снится он, чтобы не спалить. Ага. Прям у тебя не было. Кстати, заметь, обшивка седух разная. Где-то коричневая, где-то зеленая. Вот зеленая, а тут коричневая. Тут вообще.
вообще, где я сижу, и ты, чёрт. Ага. А мы сейчас... Лаза ЕС 300, я 301. Согласен. Татрочка. Тя. Тоже то. Ну, мой раньше любимый БУ был, это 55-44 плюс 55-53. ПД? Да, ПД, да. Но сейчас он перестал мне быть любимчиком, так как его расцепили. Это все равно то. Мне поэтому больше по душе 59-13. Тя. 56-42 то. Но Нярука так не считает. Реально, это Татра. Татра – это топ. Татри – это топ. Это наше детство. И юность, и молодость, и наша старость. Тя, если, конечно, их не заменят на более новое что-то. А для кого-то это 6БК детство. У меня вообще все Татра – это топ. Тя. Как говорит Нярука. Тех, кто... С АП-2 и с АП-6 по состоянию лучше. Но с АП-8 тоже есть, тоже в хорошем. А с АП-5 это ужас. Ну, не все. Там в АП-5 есть один убитый МАЗ-107. Логично. 45-19, по-моему, бортовой номер, если не ошибаюсь. Который работает сейчас на твоем. А потом как он будет поворачивать, если на бульвар Перова говорите? Там вот поворот, конце, там поворачивается мостом. Сейчас увидишь. И там и выходим?
Ну, короче, я скажу, как будем выходить, все посмотришь. А это что, в первый раз на 44-м едешь? На этом я. Я вообще не в первый раз еду на ЛАЗе на 44-м. Угу. Еще правильно ездил на 101-м. А я? 106-06 на 101-м я ездил. 46-06? Да, на 101-м я ездил. А я, по-моему, катался на... Если я не ошибаюсь, я катался на маршруте. На каком же я маршруте тогда катался? Ну, короче, катался на 46-15. А нет, 46-23 на 101 катался. Кстати, раньше было время, ездили Mazda 105. Но сейчас они ездят на других маршрутах, по типу 46-й, 102. Легендарная Романа Шухевича. Мазы 203, что довольно странно.
Понял? Там водитель сказал, на левом берегу, на левом берегу мне маршрут 29 нравится. Харьковский, наверное. А, Харьковский. Угу. Да-да-да. Да, знаю. Еще нет. Почему? Я не знаю. Пытаюсь вроде решить, но не решается. Выходим. А где все? Сейчас мы на БКД пойдем.